Кроме того, в ГКНБ опровергли подлинность видео, на котором якобы глава ведомства Ташиев принес извинения Таджикистану. На встрече с делегацией этой страны по демаркации и делимитации границ видео распространили в соцсетях. В пресс-центре ГКНБ заявили, что это видео смонтировано. В ведомстве уверяют, что Камчыбек Ташиев не извинился. Специалисты по монтажу подтверждают, что видео не целостное и смонтированное. Камчыбек Ташиевдин тажиктер менен болгон жолугушуусундагы видеодо WhatsApp-тарга тарап кетип, кечирим сураганы боюнча интрига болуп атат. Ушул видеону В сети распространяется видео, где на встрече с таджикской стороной Камчыбек Ташиев якобы попросил у них прощения. Как вы видите, на первом кадре все сидят на одном плане. На одной стороне наша делегация, напротив таджикская сторона. В верхнем ракурсе первая камера снимает верхним планом. Вторая камера, назовем ее D-камерой, она снимает сторону с кыргызской делегации. Также есть камера B, она снимает третьим планом. Все должно быть строго структурировано. Однако на видео мы видим блик и резкий скачок. Это говорит о том, что видео было смонтировано. Азыр 4-чү кадрдын пландарын караңыздар. Бул жерде аял киши отурат, андан эркек киши. Булардын жүздөрү, беттери жакшынакай көрүнүп турат. Мындай жарым жартылай, э. Ал эми моу 3-чү кадрдын планына келгенде булар уже капталынан болуп көрүнүп турат. Демек бул жерде монтаждалган бир нече кадрлардын чапталып тургандыгы билинип турат.